Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастроканале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный завтрак из помидоров, и это будет шакшука. Шакшука – это такая яичница с помидорами, но она не просто обычная яичница с помидорами, она готовится по традиционному восточному рецепту. Если вы были где-нибудь в Турции, или, может быть, в Марокко, или в Израиле, вы наверняка такую яичницу пробовали. Рецепт очень простой. Он многим нравится, особенно тем, кто любит помидоры и яйца. Поэтому мы сегодня с вами его повторим. Нам понадобятся хорошие мясистые помидоры, один красный сладкий перец и репчатый лук. Яйца, у меня здесь 3 штуки первого сорта, копченая паприка, смесь молотых перцев, немножечко томатной пасты и сухой чеснок. Еще для подачи готового блюда обязательно возьмите какую-нибудь свежую ароматную зелень. У меня, по-моему, есть в холодильнике зеленый лук, но отлично подойдет, например, кинза. Что мы сейчас с вами делаем? Мы нарезаем перец и лук на такие маленькие кубики. Перец и лук мы с вами нарезали, сейчас пойдем их жарить, но перед этим мы очистим помидорки от кожуры. Напоминаю, как это делается. Здесь мы ножиком вот так вот делаем крестообразный надрез, кладем помидоры в какую-нибудь глубокую тарелку, заливаем кипятком на 2 минуты, потом достаем, охлаждаем немножко, можно в холодной воде, можно просто оставить, чтобы они остыли, и тогда кожура будет легко сниматься. Очищаем наши помидорки от кожуры и нарезаем на кубики. Я видела, что и целые помидоры тоже кидают, но это просто сильно дольше. И, кстати, если у вас сорт помидоров с тонкой кожей, вот этот шаг можно пропустить. У меня сейчас очень толстокожие помидоры, поэтому если я их пожарю просто так, то это будет не очень вкусно. А так смотрите сами. Мы с вами берем какую-нибудь хорошую сковородку, достаточно глубокую, разогреваем ее на сильном огне. Смотрите, я жарить буду на смеси сливочного масла и растительного. Вы можете жарить так, как вам больше нравится. Можно просто использовать оливковое, можно подсолнечное, как хотите. Масло хорошо разогреваем и потом кидаем в сковородку сразу репчатый лук и болгарский перец. Сразу же посыпаем специями. Напомню, что у меня здесь сухой чеснок, копченая паприка и смесь молотых перцев. Сразу же добавляем ложку столовую томатной пасты и жарим все это примерно на минут 5-7 до той степени, чтобы у нас лук стал мягким и перец тоже размягчился. Теперь мы с вами отправляем наши помидорки в сковородку и готовим все вместе примерно 10 минут. Но здесь точное время я вам не скажу, потому что все зависит опять-таки от сорта и сочности ваших помидоров. Нужно готовить до загустения. Погнали! Кстати, если вы готовите шакшуку зимой или осенью, когда уже нету вкусных спелых помидор, отлично подойдут помидоры с собственным соком, которые в баночке. Они, кстати, чаще всего уже очищены, без кожуры. Их просто прямо так вот открываете банку и выливаете в сковородку. Просто прекрасно получается. Теперь мы с вами разбиваем яйца. В шакшуке важно, чтобы яйца оставались целыми, чтобы, не дай бог, там желток не расплылся, поэтому я буду разбивать яйца сначала в отдельные мисочки, а потом отправлю их в сковородку.
Смотрите, у нас смесь загустела, точнее масса наша помидорная. Мы в ней делаем вот такие вот углубления для трех яиц. И сюда вот их выливаем. Еще вот так вот. Дальше накрываем сковородку крышкой, переставляем ее на самый минимальный огонь. У меня здесь конфорка очень большая, поэтому я ее вот сюда вот переставлю на соседнюю. Включаем и ждем примерно минут 7-10, когда яйца приготовятся, когда белок схватится, желток еще останется жидким, шакшуку уже можно подавать. Что, друзья, у нас получился очень вкусный завтрак, а главное, это классная идея, куда деть все эти помидоры. Подписывайтесь на мой гастроблог, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как вы готовите шакшуку, если вы ее пробовали. Если не пробовали, тоже жду ваши отзывы. Всем пока!